Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми фишечками, которые мы накопали для работы в Одноклассниках. Предлагаю вам создать минимум 5 страничек в Одноклассниках. Почему именно 5? На 4 мы будем работать, одна у нас будет дополнительная. На этой дополнительной страничке мы будем добавлять в друзья всех тех, кто решил зарегистрироваться в вашу команду, в вашу структуру. Чтобы они нигде не терялись, так как странички другие у нас будут блокировать, мы эту страничку в Одноклассниках делаем закрытым профилем и всех добавляем в друзья. Человек может передумать, может потеряться, может удалиться с вашей страницы, вашу страницу могут заблокировать, и вы его не найдете, а здесь они у вас всегда будут под рукой. К тому же вы всегда можете с ними связаться, кинуть какие-то мотивирующие фотографии и так далее. Вот чтобы люди не терялись, на эту закрытую страничку будете добавлять всех, кто согласился с вами работать. На остальных 4 страничках мы будем работать. Страничку оформляем личное фото, никаких надписей, нигде ничего. Можно только сфотографироваться с компьютером, где будет написано, что это работа в интернет. Ну, это уже решать вам. Странички называем правдоподобными именами и фамилиями. Все 4 странички называть одинаково не следует. Назовите их разными именами, разными фамилиями. Ну, можете родственников своих назвать странички родственниками, либо написать свое имя, девичью фамилию и так далее. Выбирать вам. Города точно так же должны быть абсолютно разные. Желательно и возраст разный. Да? Но это не принципиально. На новую страничку, вот здесь на этой страничке у меня уже 23 друга, а так на новую страничку в первую очередь мы добавляем всяких продавашек. В интернете их сейчас очень много, всяких магазинов, совместных покупок и так далее. В первую очередь мы добавляем именно этих людей. Дальше расскажу, почему именно их. Вот, как только у вас наберется 50 друзей, то есть вы не сразу, конечно, в первый день добавляете все их 50 друзей, а там сегодня 10, завтра еще 10, они обычно с радостью соглашаются дружить и вас не будут за это спамить. Вот. В дальнейшем эти друзья нам очень с вами пригодятся. Так как у них 1000 и более друзей, мы можем взять какую-то интересную фотографию, мотивирующую, да, фотографию о том, что вы предлагаете работу в интернет. Ну, допустим, вот такую фотографию, где видно будет, что здесь работа в интернет, или что-то с вашей ссылочкой на блог, на сайт, или просто о том, что нужно почту дать. Например, такая. Вот здесь у меня здесь не нарисован. Вот здесь вы видите, внизу я прописала адрес своего сайта. И мы на этой фотографии будем отмечать всех своих продавашек. В чем преимущество? Что то, что вы отметили их на этой фотографии, фотография должна быть яркой, запоминающейся, интересной, чтобы привлечь внимание их друзей. В ленте друзей отмечается сейчас в Одноклассниках, что такую-то отметили на такой фотографии. Это будет вас пиарить. Вы отметили одного человека, а увидели все их друзья. А друзей, как я уже говорила, у них 1000, 2 и так далее. Далее. Необходимо создать фотоальбом. В личные фотографии вы добавляете только свои личные фотографии. Если вы взяли подружку, то накидайте парочку фотографий, где будет изображена именно ваша подружка. Предлагаю вам создать фотоальбом, например, наша команда и наши успехи. Ну, можно написать «присоединяйтесь». Мы вас всему научим. Ну, здесь.
присяди. Показывать вообще всем сохраняем. И в этот фотоальбомчик добавляем фото. Ссылки на это фото мы вам дадим. Например, фото с банкета директоров. Вы уже их наверняка все видели. Так. С чеками и так далее. Чтобы людям было интересно спросить, что это у вас и так далее. Да? Что вы не просто голословно говорите о том, что вы работаете в интернет. Ну, вот различные фотографии. Прям выделяем. Добавляем. На всех фотографиях, как обычно, вы добавляете описание. Нажимаете на фотографию, она у вас открывается, и пишете описание. Описание придумываете разное. Пока вы клацаете в Одноклассниках или играете в играх, я зарабатываю. Пока вы на работе и не видите своих детей, я провожу время с детьми и зарабатываю. И так далее. Включайте свою фантазию. Странички, вот эти все четыре странички я вам не рекомендую ставить одно и то же. Вот только вы можете поставить, например, фото вашей команды. Ваши все странички, вот у нас фотоальбом получился, должны быть разные. Вот она, наша команда. Можете периодически по одной фотографии удалять и заново ее загружать, чтобы в ленте ваших друзей отображались эти фотографии. А также еще я предлагаю вам создать фотоальбом с какими-то мотивирующими надписями, картинками. Например, так его назвать, мотивация. Или вы еще не работаете? Вы еще не с нами? С нами? И тоже добавить всем. Сохраняем и добавляем сюда фотографии другого плана, то есть фотографии, которые будут мотивировать вас. Я залезла в интернет, поискала бизнес-идеи и бизнес-предложения. Вот, и вот здесь разные есть такие мотивационные. Выделяю их, вставляю. Эти фотографии будут привлекать думающих людей. Если они вас зацепили, если то и других должны зацепить эти фотографии. Вот они, наши фотографии. Вот. Открываем фотографию, добавляем описание. Если у вас есть сайт или блог, вы можете ставить сюда ссылку. Если нет, пишем, что все подробности, интересуют подробности, пишите в личку. Вот, и так далее. Вот такие у нас фотоальбомы. Есть. Далее, я вам предлагаю еще одну фишечку. Вот у нас вот здесь лента, друзья, фото, группы, игры, заметки. Есть слово «еще». Нажимаем на стрелочку. Здесь у нас есть праздники. Нажимаем на праздники. Здесь высвечиваются все праздники, которые отмечаете вы, ваши друзья. Вот здесь есть «Мои праздники». Нажимаем «Мои праздники». И я вам рекомендую, например, 31 числа или 30 сесть, или это будет воскресенье вам, и на каждый день наклацать праздников. За это не блокируют. Праздники висят у ваших друзей за 2 дня до праздника, в день праздника и за 2 дня после. То есть это такая напоминалочка вашим друзьям. Нажимаем «Добавить праздник» и пишем. Добавить свой праздник, название. Например, работаем в интернет 3 часа в день. Например, 1 января, какой сегодня? 1 сентября, давайте. 1 сентября начнем 2014 года. Сохранить. Еще раз добавляем. Добавить свой праздник.
уже на 2 сентября 2014 года. Например, пока вы клацаете или играете, да? Играете в интернет, я зарабатываю. И так далее. Можно попробовать сюда вставить ссылочку. Я, честно говоря, не пробовала. Сохранить. И вот так вот все 30 дней, вы за 30-31 день вы заполняете. И вашим друзьям постоянно идет напоминание. Вас за это не спамят. Чтобы удалить, нажимаем галочки и нажимаем удалить. Вот удаляется. Дальше. Когда вы ставите опрос, вот, сейчас посмотрю, есть ли у меня на этой страничке опросы. Вот, когда ставите опросы, то в последнее время одноклассники не пропускают, чтобы мы много отмечали друзей на этом опросе. И этот опрос начинают банить. Есть другой выход. Поставили мы опрос, зашли на него, нажали на фотографию, которая есть в этом опросе. И вот нажимаем «Отметить друзей». И здесь допускается отметить до 30-60 друзей. Сильно много тоже не надо. Не надоедайте друзьям, не спамьте и так далее. Вот такая есть еще фишечка. Далее. На новой страничке я вам рекомендую найти, например, какие-нибудь умные мысли, группа. Мысли. Либо вы хотите группу найти для мамочек и так далее. Находите эти группы. Например, вот «Жизнь прекрасна». Добавляетесь в эту группу. Присоединиться. Пару групп я вам рекомендую добавить. Запустить пару игр. Ну, для того, чтобы наша страничка меньше была похожа на бота. Чтобы вы не просто зашли, прощелкали 50 оценок и так далее. И были похожи на робот, да? Вот. Выбираем фотографию, которая нам очень нравится. Либо видео и так далее. И мы будем делать перепост. Например, вот эту. Видео. На что? Нужно на видео получить ссылочку. Копируем эту ссылочку и вставляем себе в Одноклассники. Реклама загрузилась. Вот. На фото просто нажимаете на фото, если это фото. Вот здесь есть «Поделиться». Нажимаете «Поделиться», и она автоматически попадает в вашу ленту. Ну, с видео надо копировать ссылочку. Вставляем эту ссылочку себе. Заходим там в клубы для мамочек, бизнес-мысли, интересные мысли и так далее. И делаем несколько перепостов. То есть то, что нам понравилось. Также рекомендую пройтись по участникам группы. И то, те, что вам понравились, поставить 2-3 класса. Не оценку, а именно классы. Да? Чтобы вашу страничку точно так же не считали ботом. Нажимаем на человечка, который нам понравился. Из Узбекистана вот девочка, 26 лет. Нажимаем.
на фото ставим класс и вот так. Также, когда вы добавляете какого-то друга, вот здесь у вас оповещение приходит, и у вас, вот, например, я приглашала дружить, нажимаем ваши возможные друзья, и вот здесь открывается лента. То есть, когда вот так вот мы будем клацать, тоже можно гораздо больше друзей добавить, и нас за это не блочат. И вот эти люди принимают лучше приглашение, потому что у вас уже есть один общий друг. Опять нажимаете следующего, вот открывается лента. И нажимаете, можете всех подряд, но можете повыбирать тех, которые вам нравятся. Можно указывать коллега, не коллега и так далее. Закрываем. Также я вам рекомендую, когда вы создали новую страничку, попросить своих коллег, либо людей из вашей структуры, спонсоров и так далее, вы добавляете их к себе и отмечаете их именно как коллеги. Потому что люди часто, видите, у меня здесь нет ни одного коллеги, я этот момент упустила, потому что люди часто хотят узнать, а есть ли еще такие же люди, как вы, которые работают в интернете, и они проходятся по вашим коллегам, а когда у вас их нету, то и работать они тоже не хотят. Если у вас это разные странички, можете прям свои странички разные, ну, чтобы они были абсолютно разные, даже главное фото, чтобы было разное, чтобы они прошлись, посмотрели, какие тут странички есть, кто еще работает и так далее. Вот. Также я вам рекомендую одну прекрасную игру, которая называется «Модератор одноклассников». Если вы про нее еще не слышали, рекомендую вам с ней познакомиться. Нажимаем «Игры», в поисковую строку вводим «Модератор одноклассников». Эта игра придумана для того, чтобы... Вот появляется у нас игра «Модератор одноклассников». Так как страничек очень много, люди, модераторы сами одноклассников не справляются с проверкой этих аккаунтов и так далее. И это делают обычные люди. Вы, наверное, замечали, что когда вы добавляете какую-то главную фотографию, они смотрят только личные фотографии, только главные фотографии, которые у вас есть. То есть в альбомах можете добавлять всякие картинки, мотивации, что вам интересно. А на главной должна быть именно похожая на личное фото. Вот у нас фотография. Нажимаем либо галочку, либо мы можем поставить пятерочку. И у вас здесь будет куча разных фотографий, разных людей. Вот. Если мы можем, если это будет какой-то рисунок и так далее, эротика заблокировать, проклацать. Очень много фотографий. Мало того, что вам за это будут давать очки, которые вы в дальнейшем можете использовать, но таким образом множество людей можно охватить. И за это вас никогда не будут спамить или блочить. Так как это уже на самих одноклассниках такое приложение. Да, мы его используем. Людям не надоедаем. Модераторам не надоедаем. Но я вам все-таки рекомендую не увлекаться, да, этой игрой. То есть мы здесь не видим, кто это именно. Человечек это, сколько ему лет, где он проживает и так далее. То есть здесь именно целевую аудиторию вы отследить не сможете, только ориентируясь по фотографиях. Вот, например, женщины уже преклонного возраста, а быть может это поставила дочка, да, написала, например, это моя мама. А вы ее таким образом пропустите. Вот. Что я еще хотела вам сказать? Да, еще обязательно рекомендую вам настроить
настройки вашего профиля. Вот здесь изменить настройки. Нажимаем и ленту настройка публичности. То есть, если вы не хотите, чтобы вас допекали ваши друзья или просто другие люди, здесь можно указать, что возраст показывать можем вообще всем, можем только мне показывать, и людям не будет показывать, сколько вам лет и так далее. Также, чтобы отмечать меня на фотографиях, на заметках и так далее, мы никому не разрешаем. Добавлять в игры группы мы никому не разрешаем или разрешаем только друзьям. Да? Нажимаем «Сохранить», и ваша лента публичности сохраняется. Также я вам рекомендую как можно полнее заполнить ваш профиль. Все, что вы хотите написать вот о себе. Вот здесь у нас далее. И так далее. Тоже рекомендую заполнять на всех страничках по-разному. Какую вы любите музыку? Классическая и так далее. Какие вы любите книги? Но не добавляйте все подряд, а именно то, что вам нравится. Вот. Чем лучше заполнен профиль, тем тоже он меньше привлекает к себе внимание. Вот так. Надеюсь, вам было полезно. Пользуйтесь на здоровье, и пусть вас меньше блокируют.